Маленький кусочек надо за первый раз не проглатывать. Боится. Подожди. Много, надо по чуть-чуть давать. Ты что, напугал бабулю, что ли? Давай еще раз. Давай еще раз. Бабуля, спи давай. На живот ей наливай. Подожди. Что вы там нашли? Медуза. Медуза? Да. А ну покажите, как она выглядит. Ой, правда, медузка. Как она на ощущение скользкая? Да. Это кто? Медуза. Да. Ты где ее нашла? Она ко мне прям в руку заплыла. Ну все, отпускайте ее. А то она может умереть без воды. Она убивает? Да, без воды. Ой, ребята, красота. Голова не думает ни о том, сколько времени, что дальше делать, как дальше быть. Красота! Только плечи начинают подгорать. Вон ее лизнул. Лизнул? Ну что, ребята, второй день пляжного отдыха подошел к концу. У нас мы забрали. Он думал, это его круг. Это такой же, такой же. Короче, ребята, отдых удался. Идем помыть ноги. Пойдем покушаем, отдохнем и потом на Олимпийский объект. Когда режешь ножиком? Да. Ну вот за ручку нашу. Зашли в хинкальную рядом с нашим отелем. Перекусить маленько. Заказали хинкал. Компотик нам дали. Так уютно здесь, хорошо. Тихо и спокойно. Персонал хороший. О, красота. Ну что, ребята, кто куда? А мы на Олимпийские объекты. Нет. А потому что я ж тебе сказал. Будешь снимать, когда я тебе разрешу. Все понятно? Все. Пойдем сейчас автобус наш искать. Здесь, с другой стороны, вот наш отель.
наш отель там, а мы сейчас пойдем вон туда. Там у нас с тобой будет остановка. На остановку сейчас сядем, автобус 555. И дальше уже посмотрим, как мы доедем. Жарища невозможная. Опять тебе рекламу дали. Мы на автобусной остановке. 560-й, 550-й. Олимпийский парк. Они все, походу, идут туда. Но мы пока дожидаемся 3 пятерки. Хотим встретиться с Максимом, с его супругой и Захаром, чтобы попасть все вместе на объект. 535-й автобус. Рынок. Все такое. Это МЗНТ. Речка. Сейчас ее будем проезжать. Движуха, короче, к Олимпийскому прям пипец. Одни джигиты ездят без правил, вообще просто трындец. Ну, кстати, пешеходы пропускают. И вот я сейчас посмотрел, поворотник ключа у человека, раз, его пустили, без проблем тоже. У них какие-то свои правила. Наверху, в небе. А за ним еще один сразу заходит на посадку. Сразу два. Наконец-то добрать до близких объектов. Вы посмотрите, какая красота вечерняя. Обалдеть. Пока автобус, ты сказал, да? Да. Слушайте, катились по автобусу сейчас. Там такой перевод, блин. Птичья фабрика. Птичья фабрика. Птичья фабрика. Птичья фабрика. Андрюша, бля, и тот что-то сказал. Короче, пойдем погуляем. О, ребятня на картах тут угорает, вообще прикольно. Тут надо чуть пораньше приходить, часа на 3. Можно тут поугорать на всяких объектах. Я имею в виду на картингах или еще где-то. Куда ты поедешь? Обычно. А сегодня почему нет? А сегодня что-то не светит. Обычно красивый российский флаг такой. Да. Короче, электрик там, походу, сегодня нахерачился. У него, походу, выходной сделал. Чаша примирения, липовские трибуны, формула 1-5. Самолетики 100 рублей, 100 рублей. Красота. Андрюш, вертолетики не хочешь по 100 рублей? Это вертолетик, а рогатка еще 400 сверху. Андрюш, тебе вот такой подарок купили. Что надо сказать? Спасибо. Блин. А мы хотели сладостями попочивать, я говорю. А когда Андрюша рядом, сладостями почивать нельзя. Это ж не все. Это тебе символически от меня. Это что? Авторучка. О, крутизна. Именная авторучка. Именная. Это что значит? Ой, себе.
Анатолий, Сочи. Сейчас надо так спрятать, чтобы не потерять. Ну, от меня именной подарок ты сегодня уже получил. Захару надо тогда что-то прикупить. А то получается как-то. Андрюшка! Она даже не ломается. Что будет? Мы же для этого сюда и приехали, а без нас он, видишь, он не может никак. Как это называется арена? А? Как арена называется? Фишт, стадион Фишт. Здесь играла сборная России и футбольный клуб Сочи играет. Это 30 дураков гоняли за одним мячом? Да. Етишкин, Колотишкин. Я за автобусом не побегу, если на работу буду опаздывать. Ладно. Будем смотреть вечный Андрюш, этот олимпийский огонь. Так удобно. Эх, вот беда этой камеры в том, что она вечером начинает плохо снимать. Но, тем не менее, съемка-то будет, но... Че, пацаны, уже подружились? Кого как зовут? Да правда, что ли? Откуда ты знаешь-то? Сам ты сказал. Да ладно, ладно, я сказал. Дед болтун, он ему лишь бы поболтать, он сразу все расскажет, предатель. Я тебе дам, вот тебе. Ухо получишь сразу, понял меня? У нас, можно сказать, 15-минутное ожидание начала включения фонтанов. Идем, находим себе место. Поищем. Что скажете? Куда? Рано. Что? Вот потеряешь ведь подарок. В пакете неси. Да. На шею? А ты думаешь, у меня шея тебя выдержит сейчас? Она очень горит. Бабуль, будешь тебе на шее? Площадку готовит, походу какой-то концерт будет. Вот такая красота. Все, здесь поедем. Дай это. А потом сходим это, попоет. Сходим, богатырь, где ты помнишь, я тебе показывал? Ага, я тебе звоню. Ну. Что? Я не вижу. Я тебя посажу, когда начнется. Пока еще 15 минут у нас ожидания. Угу. Надо просто подождать. Когда начнется, я тебя на шею посажу, хорошо? Давайте. Вот это вы даете. Это вы что? Дискотека у вас, что ли? Андрюш, а ты как этому Господу помалю? Господи, помолимся. Я уже голова закружилась. Ну все, выключаемся пока.